Друзья, всем здорово. Приехали на видеокартаж скважины, куда ехать в принципе не собирались. Пока опускали камеру в скважину. Скважина 15 метров, диаметр 325 труба. 305, наверное, внутренний диаметр. Ну, в общем, на дне мы обнаружили птичку. В общем, вся процедура длилась где-то 25 минут. Я немножко видео порежу, но вы как раз посмотрите, каким образом мы ее оттуда вытаскивали. На видео много мата, поэтому не обессудьте, на работе без мата как-то не особо получается. Нихуя. А? Ебаная сухая падла. Я так подумал, что завалили. Бля, там птица сидит. Птица? Да. Вон, вон, подними чуть повыше. Вон, видишь? Ёпта. Охуеть. Птица сидит. Бля. А как ее тут достать, бля? Никак, может, камень бросить, чтобы не мучиться. Может, она лапами возьмется, блядь, за эту хуйню. Да, побачу. Ну, как это, блядь. Ты какую-то ветку надо пускать. 14 метров это. Блядь. Может, типа, как вот ветки попробовать пустить, чтобы зацепиться. Камеру привязать. Вон. Оп, провод. Пиздец, блядь. Давай, говорю, проволоку примотаем. Да, попробуем. Экологи сообщи, блядь. Спасли, блядь. Ебаный в рот. Спасите птичку, блядь. Да ну, блядь, как куда теперь че? Вот как она туда запрыгнет, блядь. Хватит у нее мозгов, блядь. Даже куриные мозги, ну вряд ли. Как она? Да. Удержится, если заскочит. Да. Встала, блядь, в этот камни. Ну, вставай, блядь. Ты что, она какая-то? Да она уже, наверное, там сидит, и уже, наверное, пизда, блядь. Поет, походу, та же птица. Тут тоже подвид. А, блядь, сейчас веточку привязать нужно попробовать. Можно вот так палку нахуярить, чтобы... Да, вот палочку привязать. Вот такую потолще как-то взять. К этим концам провод. Просто это, чтобы ширше было. Чтобы как подставка. Блядь.
развалить, бить, блядь. Ну, камень сверху поставить. О, блядь, почти. Остановись, давай. Блять, тупая тварь, блять. Тихо. Ёбаная проститутка. Просто стой ровно и все. Остановись, блять. Бля, я говорю, это куриные мозги, блять. Какого ж ты хуя, блядь? После более чем 20 минут тщетных попыток поднять птичку, она додумалась зацепиться когтями за провод. Сейчас ее не видно, но мы ее поднимаем. Поднимаю очень медленно, потому что она постоянно слетает вниз. И уже, если честно, это немножко притомило. Надеюсь, дойдет до конца. Наверное, как бы она дойдет, забегая вперед. Но когда я ее тянул, каждую минуту думал, что она сейчас, дойдя до самого конца, отскочит и упадет опять вниз. Все, теперь закрываем ее камнем, блядь.
пизду. Ёпта, такое видео получилось.